Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, помощнику решений домашних заданий. Номер 10, урок 2. В первый день Ира прочитала 21 страницу, во второй – в два раза больше, чем в первый, а в третий – на 15 страниц меньше, чем во второй. Сколько страниц прочитала Ира за 3 дня? Составим краткое условие. Первый день, второй день, третий день. Наша задача – узнать, сколько страниц прочитала Ира за 3 дня. Мы знаем, сколько страниц она прочитала в первый день, но не знаем, сколько во второй. Про второй день мы знаем, что она их прочитала в 2 раза больше, чем в первый. Значит, мы 21 страницу из первого дня умножаем на 2. Ответ – 42 страницы. Это количество страниц, прочитанное Ирой во второй день. В третий день Ира прочла на 15 страниц меньше, чем во второй день. Во второй день – 42. На 15 меньше – знак минус. 42 минус 15 равно 27 страниц. Теперь нам остается узнать, сколько всего страниц прочла Ира за 3 дня. Для этого складываем страницы, прочитанные в первый день – 21, прибавляем страницы, прочитанные во второй день – 42, и плюс страницы, прочитанные Ирой в третий день – 27. Ответ – 90 страниц за 3 дня. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете их оставить в своих комментариях под видео.